Один из способов окружить нас тьмой, то
солнце мира, это кружит мозг мой невежество в мире физическом, в мире действительном, которое существует. Время. Об этом надо задуматься. И если кто-то думает, зарыв голову в песок, как известно, Страус, или там понимал такому способу избавления себя от тяжелых вопросов, облегчить свое существование, и этот человек глубоко ошибается, расплата будет страшной момент даже от этого нашего невежества и отмывания умничества. Невежество – это такой же грех, как и ложь. Она должна уже знать, что знание и стремление к правде – это свет. А мы, будущее, несомненно, может это часть жителей тонкого мира, если мы хотим света, и ты его не будем иметь на достатке, там. Обыватели, которые чужды отрывался света и живут в темноте, во тьме, и удовлетворяются этим. Они в тонком мире. Мир сумрачный и ужасный.